друзья! Только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии сели на весне композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Thank you.
счастья, хорошие погоды, теплые погоды. Ну и самое главное, замечательная музыка, которую мы будем сегодня слушать и вспоминать. Конечно же, тема очень нашей встречи интересная. Это Скандинавия. Музыка, которая прославила композиторов этой страны на весь мир. Музыка природно замечательная, потому что Скандинавия, вот тот самый полуостров, самый большой в Европе, скандинавский полуостров, вот он имеет совершенно восхитительную природу. И от природы очевидно и характер людей, и традиции, очень интересные традиции, долговременные традиции, живущие до сих пор. И, конечно же, вот та самая удивительная природа эпоса, драматургия, всей той красоты человеческой, отображенной в звуках, в красках, то, что присуще именно людям, живущим на этом полуострове, Скандинавия. Ну, какие страны, вы все знаете, да, входят в это понятие скандинавская музыка, скандинавской традиции, да, это три страны, великолепные три страны. Конечно, вот в этих странах всем очень хочет побываться, конечно. Это и Финляндия, и Швеция, и особенно Норвегия. Удивительная страна. Вот знаете, я была дважды в Финляндии, дважды в Швеции, а вот до некоторого момента я не была в Норвегии. Я очень хотела попасть в Норвегию. Собственными глазами услышать напевы. Услышать, потому что я очень люблю музыку Грига. Я очень люблю вот эту совершенно восхитительную по своей мелодике, по истокам фольклорным. Совершенно удивительно немногословную, но очень близкую нам всей вот нашей природе русского человека. Музыка очень близка к Григу. Музыка. Вот недаром же Петр Ильич Чайковский так любил и дружил с Эдвардом Григом. Конечно же, мы не можем не вспомнить не только Григ, это действительно явление уникальное, явление мирового уже порядка. А кроме Грига, конечно, мы не можем не вспомнить и о великих драматургах, когда мы говорим о Норвегии. Вот, может быть, мне кто-то подскажет. Драматургов великих на весь мир известных. Ну, Генри, конечно. И Ибсен, правильно. И замечательный Бьёрнсон, конечно, который, без которого трудно себе представить культуру Скандинавии. Безусловно. А вот еще одна очень интересная фигура. Ули Буль. Вот этой фигуре, конечно, как-то меньше уделяется внимания, но это фигура ключевая для норвежского искусства, вообще для Скандинавии. Ибо великий скрипач, дирижер, и он первый заметил дарование Эдварда Грига. Он первый окунул в его прекрасный мир в искусство. Он именно способствовал тому, что Эдвард Григ стал таким гениальным композитором, потому что он увидел в нем колоссальнейший дар творчества. И именно он спустя годы открыл в Норвегии тогда консерваторию. И учились в основном все в Европе, в основном в Германии, и Григ в том числе. Но именно он спустя некоторое время постарался и сделал возможным открытие Королевской академии музыки. И очень много способствовал таких драгоценных явлений, которые потом возникли на
Петербюнта мы себе не представляем без драм Ибсена. И то явление, которое тоже возникло. И, конечно же, если мы говорим о Норвегии, мы вспоминаем, что это фольклорная страна, где любят петь, любят танцевать, любят эпос, саги. Это тот жанр, которым тяготеет, который очень характерен для норвежцев. Великолепные саги, сказы. Ну вот как в русском можно параллель провести, да? Сказы, сказки. Вот этот жанр очень популярен в Норвегии. А, конечно же, есть такие существа, которые почти везде присутствуют, если мы говорим о Норвегии и Скандинавии вообще в целом, в этих странах. Такие сверхъестественные существа, которые заполняют вот эти сказы, саги, как они называются. Помните? Ну кто-то... А? Тролли. Вот образ троллей в Скандинавии настолько многогранен. Но тролли – это сверхъестественные существа, которые творят не только добро, а в основном зло. Вот они как бы такое воплощение злого начала, противочеловечного начала. И вот они, это фантастические существа, они присутствуют почти во всей музыке, заметьте. У Грига они везде присутствуют. Гномы, тролли. И когда вы путешествуете по этой стране, то во всех маленьких магазинчиках везде стоят разные тролли. И никогда вы не увидите единого лица, единого облика. Это существо, которое можно очень долго рассматривать и находить у них все новые какие-то черты. Это удивительное существо. А эти же существа, между прочим, населяют и русские сказки. И сказки, да? Какую мы могли бы такую ассоциацию провести, аналогию? С какими существами, такими, такого же некого злого начала русских? Кикимора, да. Баба-яга, да? Вот эти вот существа тоже населяют очень многие сказы и сказки. Совершенно сверхъестественные существа. Да, и, конечно же, как и в норвежских сказках, так и в русских сказках, вот аналогии очень близки. Потому что ибо сказы сами норвежские, это слепок жизни, многогранной жизни этого народа, так как и в русских сказках. Вот присутствуют разные-разные существа, населяющие их. И действительно, очень интересно, и даже взрослым интересно читать, да, вот такое, как говорится, народное начало, которое есть в сказах и в сказках. И великие писатели, и поэты, они тоже не прошли мимо, потому что Ибсен, создав многогранные и проза, и прозаические произведения, и поэтические, и вот если мы возьмем Петербюрта, там тоже много таких существ. И Александр Сергеевич Пушкин тоже создает образы такие совершенно каких-то непонятных, интересных существ, которые населяют его произведения. А мы сейчас вот послушаем это. Я хочу пригласить на сцену артиста Андрея Гетмана. Но стало страшно вдруг Татьяне,
И я при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки склеены единой, дрожащий, гибельный мосток, положенный через поток, и перед шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет ночей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто же из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Татьяна, ах! А он реветь и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перегналась, через ручей пошла. И что ж, медведь за ней? Она взглянуть назад, не смея, поспешно ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Перед ними лес, недвижны сосны, в своей нахмуренной красе отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип ногих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то вырвет она платок, поднять ей некогда, боится, медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно, покорно, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Кругом все глушь, отсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: здесь мой кум. Погрейся у него немножко, и в сени прямо он идет.
синях, за дверью крики, звон стакана, как на больших похоронах. Не видит он ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там карла с хвостиком. А вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чудней. Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская мол и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей? Героя нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкою следит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он здесь хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасна. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг вечер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочется кричать. Не может, дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывают на нее, и все кричит: «Мое! Мое! Мое!» Сказал Евгений грозно, и шайка вся закрылась вдруг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Друг Ленский входит, за ней Борька, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит, и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож и вмиг
повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась. И Таня в ужасе проснулась, глядит, уж в комнате светло, в окно сквозь мёрзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северных аллей, и лепче ласточки улетает. Ну, говорит, скажи, что мне, кого ты видела во сне? Свою мечту и построил домик,
где, ну, очень красивое место, это под Бергеном, в Трольхауген, так называемый, Трольхауген, не зря вот такое название, Трольхауген, домик троллей, как бы, фантастический дом, очень красивый. И вот вы представляете себе, озеро, очень много зелени, вот этот дом строгий, и внизу маленький, скромный домик, где Грик писал. Он называл его дворилкой. В этом домике, очень скромном, небольшом, стоит пианино. Там он работал, рабочий стол. Ничего нет, кровать, пианино, стол рабочий. И вот там создавались его великие произведения. А в самом доме, красивый дом, я там была, мне довелось быть и играть там на рояле самого Грига. И это, вы знаете, было незабываемо, потому что вот эта природа, вокруг эти стены, которые его слышали, все осталось. Ведь Эдвард Грик прожил недолгую жизнь, сравнительно недолгую, 64 года, он очень болезненный был еще и в природе болезненный, и болезнь его не отпустила, и всю жизнь он мучился этим. И вот Нина Грик, его супруга, его любимая Нина Хагеруп, ее фамилия была Хагеруп, а потом она стала Нина Грик, они очень много ездили с концертами и по Кристиане, и по, как говорится, на разных странах, в Германии, в Италии, где они были. Лучшей исполнительницей его произведения трудно было представить, потому что это пела сама душа Грика, как бы. И дело в том, что Грик не любил цветы, а он считал, что цветы должны расти, и если их срезают, они гибнут, как-то искусство продлевает их жизнь, он не любил эти цветы. И никогда не дарил Нине, и Нина тоже не любила цветы. Но он думал, как же сделать так, чтобы цветок вечно был. И представьте себе, во флигель, при входе во флигель, такая инкрустация, огромная красная роза сделана. Больше ни гостиной, нигде нет цветов. А вот эта роза, она как бы дает возможность почувствовать, что цветы-то они любили оба. Но это как символ любви, невянущей любви. Это вечно в этом стекле вот эта прекрасная роза напоминает о том, что действительно любовь прекрасна. Так вот, когда я попала во второй раз уже в Швецию, мне посчастливилось, я познакомилась, и это была действительно встреча на всю жизнь, запомнилась мне. Легендарный певец, конечно, был Николай Михайлович Кьерта. Почему я говорю «был»? Сейчас в последнее время он не поет, но, слава Богу, еще жив. И надо сказать, что вот слились два таланта в нем. Талант русского человека, потому что его в семье русское начало было сильное, безусловно, и шведское. Потому что Николай Кьерта удивительный певец, оперный, удивительный по проникновенности исполнения романсовой лирики, потому что в его репертуаре он очень много лет пропел в шведской королевской опере, но и очень много записано им, конечно, репертуара камерного, камерной музыки. И вот представьте себе, когда я приехала на фестиваль «Шведская музыкальная весна», я позвонила Николаю Михайловичу, мне сказали, что вот можно было бы с ним встретиться, и вот он ждал меня у королевской оперы, шведской королевской оперы. Я себе представляла его немножко по-другому. Вы знаете, когда я его увидела, я поняла действительно, вот что называется воплощение певца. И внешнее, и внутреннее, все в единой гармонии.
стоял прекрасно сложенный человек, высокий, седоватый. Яркий красный шарф обвивал его шею. Строгое темно-серое пальто. Вот стоял Николай Геда. И действительно, вы знаете, вот то, что он сохранил отношение к предкам в виде знания русского языка, а он всегда жил в Швеции, это его предки жили в России, а он всегда был в Швеции, и вот он бережно сохраняет все то, что характерно, свойственно русской нации, русскому человеку. Мы с ним зашли в маленькое кафе рядом с оперным театром и побеседовали. И долго беседовали. Он мне подарил, потом он был на фестивале, слышал произведение, которое сегодня, кстати, тоже прозвучит. И он мне подарил пластинку. Пластинка уникальная. Я вот привезла сюда конверт от пластинки, а вот сейчас мы послушаем его голос. Дело в том, что вот в этой пластинке записано 12 серенад разных композиторов. Здесь и, конечно, итальянцы, Ян Кавалла, Пергалези. Здесь очень много композиторов. Здесь и 20 век, произведение 20 века. Но вот из этих 12 серенад я выбрала все-таки, может быть, мне так показалось, что интересно, он поет не просто соло или с оркестром, а он поет здесь хором и на русском языке, потому что все остальное, все серенады на итальянском, на французском, ибо там и музыка Бизе, и музыка Чирия, и тут много очень произведений. Но вот эти 12 серенад в Москве и в России единственные. Вот так оказалось. И я очень хочу поделиться, потому что, в общем, действительно, это такая редкость. И вот мы сейчас послушаем серенаду, которую написал Франц Хафт с хором. Обратите внимание на произношение хора. Это шведский ансамбль Стокгольмской оперы поет. И вот на произношение слова, характерное для Николая Геды. Это великий тенор. Я попрошу дать серенаду. Ой, сколько
слово. Слово Николая Николаевича Гёте удивительное. Вот, выразительность фразы. Ну, конечно, сейчас так не поют почти. Вот, к сожалению, большое. Это замечательный голос и замечательное звуковедение, мягкое и наполненное. Очень замечательно, конечно, пел. Замечательный певец. И вот, конечно же, как вы понимаете, поехав такие, увидев такие прекрасные страны, как Норвегия, Швеция, я не могла остаться равнодушной, и у меня возникло там произведение одно, которое я хочу вам сыграть, но, может быть, не все сочинение, но достаточно большое, а только две части. Это фортепианная сюита, называется она «В стране фьордов». И первая часть – «Северный напев», а вторая часть – вот образ тролля, скрипача тролля. Я там нашла удивительную вот такую статуэточку тролля, привезла в Москву. И вот этот тролль у вас отображен в программке, есть, посмотрите. Вот это как бы его образ, тролль-скрипач. А еще пьеса третья называется «В горах Лаэрдаля». Ну, горы, о горах можно бесконечно говорить. Это прекрасные панорамы, это фьорды все в скалистых, таких мощных скалах. Это очень красивые места. И вот я вам сейчас сыграю две части. Thank you.
сочинение, а именно всегда его слышите начало в челесте. Это я уже записывала отдельно, только использована мелодия первой части. А вот там исполнялось это трио для гобоя, виолончели и рояля в двух частях трио. Но что меня поразило? Делаем Стокгольм, что-то тут происходит, видимо, может быть, я задеваю, а там все слышно? Что-то такое на репетицию в концертный зал, то меня поразило то, что у нас камерных ансамблей много в стране, и играют все, вот, допустим, квартеты, трио, квинтеты, все играют без дирижера, это естественно. То есть нам кажется, что камерное музицирование такое в любом составе, музыканты собираются, и они слышат и чувствуют друг друга, и дирижер здесь вроде бы как ни к чему. Я пришла на репетицию вот, в концертный зал в Стокгольме и вижу дирижера. Я очень удивилась. На самом деле, действительно, вот у них принято совершенно по-другому. Они играют любой ансамбль, больше трех человек, вот три, как говорится, трио или квартет, или квинтет, они играют обязательно с дирижером. Для чего? Чтобы абсолютно точно сыграть по партитуре, как говорится, созданной композитором. И меня это поразило, действительно, вот мы играли много раз это трио в Малом зале, в Московской консерватории, и, естественно, я с разными музыкантами играла, но никогда даже мысли это не возникало с дирижером. А здесь было удивительное исполнение, знаете, очень точно все, все то, что задумано, действительно исполнено до мельчайших деталей. Но надо сказать, что меня поразило еще звучание инструментов. Вообще, к сожалению, духовые инструменты, вот у нас большая проблема в стране, потому что те, кто обучается на духовых инструментах, это все знают, качество инструментария очень невысокое. Потому что достать духовой инструмент очень хорошего качества – это большие деньги. У нас не всегда это. Где игралось это трио гораздо более живом темпе, а там играли, собственно, вот скандинавы играли, неторопливо, все дослушивая. Как-то мне вначале даже вроде бы как не понравилось. А потом, кстати, я вслушалась, эта трактовка такая может быть, потому что они, как я сказала, у них природа, она совершенно делает другим человека неспешным, неторопливым. Очень, так сказать, они могут, даже как, кстати, японцы, они могут смотреть, сидеть в скверике на какое-нибудь дерево долго и не отрываясь. И испытывают от этого удовольствие, удовлетворение, понимаете? Они никуда не торопятся. Вот так и скандинавы, они вот такие, неспешные. И вот я услышала свое трио в таком неожиданном свете. Ну, я не знаю, мне вначале показалось, что мне, может, темпа не хватает, а потом убедила, и так, имеет право и Николай Михайлович, который присутствовал на исполнении, ему очень понравилось, он сказал, нет, я считаю, что это вот действительно в скандинавских традициях было исполнение «Серенады весне». Ну вот мы сейчас послушаем первую часть «Серенады весне», первая часть.